Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады видеть вас в этом замечательном клубе, в котором мы достаточно регулярно играем вот нашим составом. Последние несколько месяцев, ну не так уж, несколько, два, скажем так, мы активно готовим к выпуску наш последний альбом, который вот летом записали. И, кстати, презентовать мы его будем именно в этом месяце, 16 декабря. Но сейчас мы морально и, в общем-то, и физически готовимся к его выпуску и стараемся играть много пьес именно с него, хотя он еще не вышел. И вот сейчас как раз, ну, во-первых, разрешите мне представить моих великолепных друзей, музыкантов, которые со мной на этой сцене. Как всегда, это Петр Левшин, барабаны. Виктор Шестак, бас. Именно в этом составе у нас выходит наша скорая пластинка. И мы сейчас сыграем пьесу с этого будущего альбома. Она называется «Прелюдия номер 4». Thank you.
Спасибо большое. Ну, вот сейчас мы сыграем пьесу, которую еще нигде не записывали и совсем недавно ее сделали, практически. И, ну, я не буду рассказывать предысторию этой композиции. Можно сказать, что она относительно имеет программный характер, но название очень такое с претензией, но на самом деле она об очень наших простых человеческих вещах, и эта пьеса называется «Искушение».
В последнее время такая музыка получается исключительно с моими мастерами, которыми я просто счастлив вместе играть. Виктор Шестак и Петр Ильич. Ну, сейчас позвольте нам также сыграть пьесу с нашего альбома. Она называется «Непостоянство времени». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы сыграем еще одну пьесу из совсем нового. Даже не буду тоже много о ней что-то рассказывать. Композиция эта называется «Затмение».
Благодарю вас. Сейчас пьеса уже для нас очень старая. Давно мы ее играли, записали также и на пластинке. Пьеса, которая навеяна очень многими фильмами. Мы одного из самых моих любимых русских режиссеров Тарковского. И даже не буду говорить по поводу именно фильму, больше, наверное, посвящена эта музыка. Пусть это будет некий такой собирательный образ. Композиция называется «Отражение». Thank you.
Большое спасибо. А мы хотим уже ближе к завершению нашего сегодняшнего выступления сыграть одну такую большую, достаточно объемную композицию, которая будет состоять из двух совсем разных пьес. Первая из них носит очень такой этнический, я бы сказал, характер. Ну, вот такое наше отношение к одному из самых красивых городов мира, может быть, даже по музыке кому-то станет понятно, о каком городе идет речь. Пьеса называется «Старый город». А затем композиция перейдет в пьесу, которая называется «Аура», и мы ею и закончим. Thank you.
Thank you.
преодолевшим барабаны. Виктор Шестак, бас. Меня зовут Дмитрий Лукин, спасибо. Thank you.
Спасибо вам огромное. Мы очень рады играть для вас. Вы замечательная публика. Мы ждем вас на наших следующих концертах. Которые еще в день по 600 метров. Спасибо.